Всем привет из карантина. 285-й день. Мы опять работаем. Днем тепло в Эмиратах, нормально так. Но в бассейне с подогревом, где вода плюс 29, тоже нормально купаться. Запарила уже маска, нереально. Вот этот хаммер за 200 тысяч продали дирхамов вчера. С Америки его чувак привез. То делал тут, то катался, то делал, то катался. Продал. Он прикольный. Это который с российской. С российским орлом. Тридцатое декабря. Скоро Новый год. Под пальмой. Мы вообще не знаем, что мы будем делать на Новый год. Очень сложно что-то снимать, чтобы тебя не переехали. Блин, а вот так. Вот. Машинка. Это я.